И всем привет, с меня Александр Сучков, и я сегодня играю в игру Totally Accurate Battle Simulator. И это 20-я наша миссия, которую мы в прошлом видео не смогли пройти. В общем, сегодня мы ее все-таки пройдем. Я тут немного почитерил, и, в общем, 3000 это мало, мне кажется. Так, ладно, и теперь нам нужно чарайты создать. Видите, у меня уже 9 косарей. Видно это на экране. Так, спавним чарайты. Это очень просто. Как начитерить, чит я скину в описании. Так, чтобы вы знали. Так, мы начитерили... А что мы начитерили? Ну, в общем, какие-то хрени. Дальше берем это и тоже их начитерим. Так, что-то не ставится. Во. Вот так вот. Еще делаем. То есть... У нас получается, это что у нас? Чревы какие-то. Катапульты. Катапульты мы ставим вот сюда, куда-то. Так, вот сюда ставим катапульты. Можно неровно, как хотите, в общем. Так, ладно, вот так получилось. Там больше нельзя. Так, баллиста. Мы ее ставим вот сюда. Вот так. Ну, короче, как хотите, так и ставьте. И чвара какая-то хрень, короче. Это у нас, которые пушки, которые лаганы. Не знал и не смотрел мои прошлые выпуски. И у нас остается тут несколько мест. Мы их занимаем арчерами и мушкетами. Вот так как-то. После этого все. Нажимаем, в общем, play. И можно наблюдать, как наши... Я даже не знаю, что это. С какими-то... Ну, это не лошади, это понятно. В общем, пытаются его убить. Так. Надеюсь, у меня этот план сработает, так как я снимал уже этот ролик вечером, а не утром, как я последнюю часть снимал. В общем, я думал, как его победить. И вот смотрите, он падает. Вот это был и мой план, то, что он должен упасть туда вниз. А внизу там, короче, выигрышный уровень. То есть, все. То есть, он сейчас... Пойдет туда до конца, и мы победим, в общем. Так, в общем, наши вот куда-то вроде едут. Все. В общем, он улетел туда, и сейчас мы победим. То есть просто ждем. Я вот сейчас ничего не жму, просто я лечу. Вот сюда подлетаем. Можно сюда. Вот, все, мы победили. При альфу мы победили, все. В общем, можно на этом закончить. Вот так вот мы прошли игру Totally Accurate Battle Simulator. Проходили мы ее... Сколько там видео было? 4 видео? Или 3? Хрен его, короче, знает. В общем, pre-alpha 0.2.0 от компании Landfall. И мы сегодня... На этом мы заканчиваем. Кто ждал этого видео, молодцы. Кстати, когда вы пройдете эту игру, видите, она начинает немного подлагивать. Это, в общем, дело в игре самой. То, что, типа, вы прошли эту альфу-версию и, типа, ждите новую версию. В общем, оптикунсы закрыты, мы ждем новую альфу-версию в версии 0.3.0. Она точно выйдет, но она выйдет немного позже. Но пока что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Мой ID ВКонтакте 53 55 44 63. Всем удачи и всем пока.